Всем добрый день. Конечно, к сожалению, Павлодар Астана — это не такая живописная трасса, как Восточный Казахстан, но все же я покажу, какие идеальные дороги. Мы выехали уже на скоростную трассу, здесь 140 километров в час ограничения, можно двигаться до 140. Конечно, трасса действительно идеальная, классная. Конечно, в центральной части Казахстана нет такой красивой живописной природы, как в Восточном Казахстане, но зато мы вам покажем нашу столицу Нур-Султан. На сегодняшний день городу Нур-Султан вернули название Астана. И если вам интересно увидеть красивейший город, который появился посреди степей, то оставайтесь с нами и досмотрите все наши выпуски до конца. Вот для всех, кто не верит, действительно здесь ограничение 140. Мы едем около 110. Впереди 218 километров до поворота. Ну вот мы уже совсем близко, осталось буквально километров 10, и мы в Астане. Родные степи. Земляки, пишите в комментариях, кто с Астаны, кто с Караганды, Жезказгана, Сатпаева. Я родилась в городе Сатпаев, в Карагандинской области. Пишите в комментариях, как нас много. Очень-очень-очень буду ждать. Всем известно, что в Казахстане начались учения, и мы видим технику на подъезде в город Астана. Ну что, заезжаем в Астану?
Thank you.
Вот это вот город, блин, классно. Вообще. Тоже турецкий, скорее всего. Турецкое кафе. Попробуем. Рассказывай, какие у тебя впечатления об Астане, о нашей столице? Не знаю, что это нет. Если честно, надо погуляться. Не, ну красивый город, очень красивый город, богатый. Дома красивые, новые, новые стройки. Все светится, все в огнях. Лучше по водах. Понятно. Даже лучше в Каменогорск почему-то. Погуляем. А вы посмотрите на нашем канале. Мы решили поужинать. Я купси, как всегда. Самое любимое. Муж Том Ям. Сейчас посмотрим, что нам принесут. К сожалению, как всегда, заснять ничего не получилось. Но вот Кукси я обязательно покажу. Он такой классный. Сейчас попробую, какой он на вкус. Всем доброе утро! Встречаем рассвет в городе Астана, в нашей столице. Вчера даже не было возможности поснимать, сегодня. Так, смотрим, какой ближе. Пятый. Вот такой здесь лифт. Это жилой комплекс Арман Кала называется. Все, сейчас мы поедем вниз, покажу вам жилой комплекс, как он выглядит. Нажимаем первый этаж, и вот такая красотень. Здесь сразу реклама.
где что можно заказать, бесплатная доставка продуктов, доставка блюд, все, что хотите. Детская площадка возле дома. Мы, как всегда, уже на ней. Вот жилой комплекс. Вот такой вот дом. А теперь мы поехали кататься по городу. Поехали вместе с нами. Thank you.